Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области сегодня доложил о главе региона о проделанной работе в текущем году. Надежда Болтенко была выбрана на должность детского омбудсмена несколько месяцев назад. В течение этого времени создали общественный совет, обновили состав экспертной группы и организовали детский совет. Раньше он существовал, не был организован как детским советом, а просто были какие-то предложения, встречались с детьми в различных организациях, учреждениях. То мы его создали. Привлекли сюда и из движения школьников и движения юнармейцев. И представителей ПТУ мы взяли сюда, ребят, которые еще относятся к категории. По мнению омбудсмена, очень важно слышать о детских проблемах непосредственно из уст самих детей, а не только из отчетов чиновников и руководителей учреждений. Также на встрече с Андреем Травниковым Надежда Болтенко поделилась и тревожной тенденцией со смертностью несовершеннолетних. Например, в последнее время в регионе произошло сразу несколько пожаров, в результате которых погибли дети.